На перекрестке направо поедем. Сдачи экзамена. Смотрите, видите, прерывистая линия, короткая такая. У нас, значит, сейчас конец полосы будет. Штрихи такие коротенькие идут, видите, кубиками уже. Да. Это конец полосы будет сейчас. То есть всегда обратили внимание, такой штрих начинается, значит, скоро конец полосы, нужно выбирать другую полосу. Но суть в том, что вы бы не сдали бы сейчас экзамен, потому что поворот направо на развязку — это тоже является перекрестком. Вот. Понял? Молодец. Направо поедем на перекрестке. Направо поедем на перекрестке. Где у нас перекресток? Впереди. А? Впереди. Где? Там. Где там? Там. Там это где? Перекресток, он будет впереди. Радость моя. Что? Перекресток, он помахай ему рукой, не сдала бы заняла. Развязка — это тоже перекресток. Да? Конечно. То есть мы должны были поехать наверх? Конечно.